28 мая традиционно в Российской Федерации отмечается как День пограничника. Эта традиция уже 97 лет, когда в 1918 году образовались пограничные органы. Это день, когда все ветераны-пограничники, действующие пограничники, отмечают этот праздник с размахом, отдавая дань памяти тем поколениям предшествующих наших пограничников, в том числе, которые первыми в 41 году встречали фашистских агрессоров и дали им достойный отпор. Оренбург, пограничный край, с 99 года здесь создано пограничное управление, которое охраняет участок российско-казахстанской границы. И очень много ребят, которые служили в разные годы. Поэтому сегодня на построении, кроме действий сотрудников пограничного управления, будет очень много ветеранов. В том числе ветеранов-фронтовиков, ветеранов 60-х, 70-х, 80-х годов прошлого века. Я самый молодой участник войны, значит, участников. Был призван в 44-м году и служил до 51-го года. Был красноармейцем, пришел на службу и дослужил до старшины пограничной заставы. Очень добрые пограничники были и считаем по сегодняшний день быть среди них. А что такое для нас пограничник? Значение фразы «государственная граница». А это и есть родина. И как видите, вот на этой медали хранить державу – это долг. И поверьте мне, великая честь. Слава пограничникам! Ура! 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 Хочу поздравить всех пограничников с профессиональным праздником 97-й годовщины. Желаем здоровья, благополучия, успехов, а также нашим отцов, дедов, которые воевали в 41-45 году. Вечная им память. Спасибо им большое за победу. Мы будем продолжать. Граница у нас будет всегда на замке.